В компании Advanced Market 80% сотрудников – это люди с ограниченными возможностями. Здесь пошивают спецодежду высокого качества, и это позволило расширить производственные мощности. Заказов становится больше, а значит, и штат в ближайшее время тоже будет увеличен. Сегодня в цехе по производству спецодежды работает 25 человек. Основная часть сотрудников – это швеи, и большинство из них – глухонемые. При создании предприятия более 5 лет назад владелец ТО поставил перед собой задачу дать работу людям с ограниченными возможностями и выполнил ее. В данное время объемы заказов растут. В 2015 году мы, открыли его, и до сегодняшнего дня мы, арендовали помещение. Сегодня, у нас открытие, мы купили, свое помещение, большое, 300 квадратов. Вот. Занимаемся пошивами спецодежды, школьной формы и так далее. Жамал Махметов работает в ТО уже 3 года. Мы поговорили с ней с помощью сурдопереводчика, который также есть на предприятии. Женщина говорит о том, что у людей с ограниченными возможностями все еще есть сложности с трудоустройством. Считает, что ей повезло найти постоянную работу. Все хорошо, мне очень нравится. Вот новое место, мне тоже понравилось. Работаем, стараемся выполнять все заказы качественно. Предприятие достаточно молодое, у него немало конкурентов. Однако, несмотря на это, заказов с каждым годом становится больше. Теперь, когда у ТО появилось собственное помещение, все доходы будут направляться на развитие. Хорошее качество. Стараемся выполнять сроки работы. Ну, естественно, следим за качеством, контроль. Все у нас это все проверяется, все на месте, прежде чем это все отправляется по местам. Стараемся выполнять в сроки и качественную работу. Основной пошив спецодежды. От количества, допустим, от 100 единиц, от организации основной. Ну, массовый пошив у нас идет. Сегодня, когда у предприятия появилось собственное помещение и прибавляется число заказов, коллективу понадобятся и дополнительные рабочие силы. В данное время ТО набирает новых сотрудников. Екатерина Шмидт, Алмаз Адиетов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.